Друзья, привет! У нас появилась новая палатка в продаже. Ну, палатка-то не новая, а у нас она впервые. Называется Travel Top, артикул 1907. Значит, вот такие у нее размеры. 280 на 230, высота 158. 280 это вот от угла до угла, так как она шестиугольная, а 230 это от стенки до стенки идет. Размер 2 входа. В общем, сейчас ее поставим. Она на картинке не таким цветом. На самом деле она, ну, на мой взгляд, у нее цвет поприкольнее будет. Вот, сейчас мы ее поставим. Она полностью автоматическая, ставится очень быстро. Сейчас покажем, как это делается. Вот так она выглядит. Это вот, значит, у нее идет сверху, у нее такое идет. Это крышка, которая защищает, да, сверху там вентиляционное как бы окно такое. Вот это сверху. Сразу покажу ткань. Вся ткань у палатки точно такая же. То есть вот эта вот пропитка 3000 мм водяного столба. И вот проклеенные швы, видите, идет прям. То есть швы у вас ничего не протекет. То есть хорошая водостойкость 3000 мм водяного столба. Для отдыха на природе как бы больше и не надо. Так. По комплектации у нее, как стандартно у всех палаток, набор оттяжек, так, и полочки. Полочки вот такие вот, так себе, скажем, поэтому я поставил полочки поинтереснее. У нас, кстати, в магазине мирпалаток.рф есть хорошие полочки, продаются. Можете приобрести. Так, это убираем. Вот так она сложена, вот так раскладывается. Она сразу же идет, смотрите, она сразу же идет двойная. То есть вот первый слой, и вот второй слой москитка с полом. Все это уже сцеплено вот на такие карабинчики. Все это можно отцепить, прицепить. Так, в общем, вот так вот ножки все надо расставить будет. И просто вот так нажимаете. Вот эта штучка, она фиксируется внизу. И все, и палатка стоит. Расправляете все аккуратно. Весь каркас. И надо, чтобы все это стояло, делать, зафиксировать полочку. И соответственно растяжками тоже, как бы вот у нас сейчас ветер периодически сильно налетает. Так, цепляем полочку. Здесь вот все удобно, даже никаких лямок нет, просто вот так поправляем, расправляем. И вот в отверстие вот эти колышки, они как бы так раз и полностью прижимают. Но не знаю, насколько эти колышки эффективны. Можно взять поинтереснее. В принципе, все достаточно быстро. В этом и прелесть этой палатки. Вот смотрите, сейчас дует ветер достаточно сильный. Палатка держится без дополнительной подтяжки. Так, вешаем крышку. Но она, в принципе, очень просто. Вот здесь вот есть колечки. Вот колечки цепляем, крючки, они на резинках, поэтому она тянется как надо. Вот так вот. Тут получается вентиляция такая под крышечкой. Очень быстро ставится палатка. Вот эти лямки дополнительно для растяжек. Крайне рекомендую не пренебрегать растяжками этими и все растягивать хорошо, потому что сейчас сильные ветра у нас в современное время. Открываем дверь.
Москитная сеточка очень мелкая, даже мошки не проберутся. В общем-то, внутренний слой полностью сделан из москитки. Вот. Москитка также заворачивается, если нужно. Вот здесь вот тоже есть вот лямочки. Вот так застегивается. Все отлично. Так. Заходим внутрь. В принципе, вот мы ложимся. 2-3 человека. Ну, вдвоем будет вообще комфортно. Значит, что внутри есть? Здесь есть крючок для фонаря, что радует. И есть два кармашка органайзера. Здесь вот и здесь. Так, и у нас еще один вход с противоположной стороны. То есть, когда, например, жарко, вот как сейчас достаточно жарко здесь, открываешь второй вход, сейчас мы его откроем. Смотрите еще, какое преимущество вот этих, вот этого тента отдельно, да, можно его, например, вы едете на пляж, ну и не хотите заморачиваться палаткой, потому что, ну, знаете, что там хотите на песочке посидеть, например, можно ее, смотрите, вот этот внутренний слой просто отстегивается вот так вот, на таких вот колечках, его можно просто отстегнуть, оставить дома, а с собой взять только вот это вот от солнышка, да, защищаться, например, на пляже где-нибудь, на общественном, или на диком. Вот. То есть это очень просто все прицепляется. И здесь также. И это все дуги так прицепляются. И то есть, если посмотреть, да, здесь вот раз, два, три, четыре. То есть на четырех с каждой дуги. На четырех крепления с каждой дуги. Внутренний слой. Полностью защищен, он держится. Палатка Travel Top 1907. Приобрести можно на сайте mirpalatok.rf. Все ссылки будут в описании под этим видео.